Я прочитаю стих, книга Иова, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов почему-то, ну, Богу так угодно было, начал речь о своей непорочности именно вот с этих слов. То есть эта область, можно так, может быть, смело сказать, она самая важная. Если человек целомудренный, вообще слово «целомудрие», оно имеет значение не только, как мы его понимаем. В словаре слово «целомудрие» означает «целостный человек», то есть целостная мудрость. И оно как раз в этой области чаще всего и выражается. Если человек целомудрен, так как мы понимаем, в более узком смысле слова, он будет целомудрен и в другом. Человек, который хранит себя от юношеских похотей, который не обольщается тем, что сегодня, в общем-то, так широко рекламируется, он и с деньгами будет обходиться правильно, у него и другие вопросы будут выглядеть нормально. Оно так, так оно в практике получается. И вот тут Иов как бы открывает свой принцип: «Завет я положил с глазами моими». Кажется, ну и что? Я как хочу, так и живу. Положил завет, не положил, какая разница? Бери от жизни все. Сегодня, в общем-то, нам так диктуется, так сегодня реклама нам бьет, и, в общем-то, образ мысли сегодняшних людей. Я хочу два примера вначале привести из Библии, а потом уже разложить эту тему немножко по некоторым пунктам. А вначале просто два библейских примера. Куда привело целомудрие и куда привело нецеломудрие. То есть, чтобы нас все-таки убедить, ну, может быть, не убедить, может быть, лишний раз напомнить и утвердить, что нецеломудрие – это плохо, целомудрие – это хорошо. Два таких человека, внешне вроде бы их ничего не соединяет, а в общем-то они похожи. Это Иосиф и Самсон. Примерный возраст у них одинаковый. История Иосифа, ну, как бы пик этой истории, когда Иосифу было 30 лет. Пик истории Самсона, ну, может быть, несколько помоложе он был, может быть, тоже около 30 лет. То есть оба молодых человека. Но поступь в их жизни была разная. У Самсона было не один шаг нецеломудренного поведения. Почему-то он увидел в Филистимской долине девушку. Во-первых, почему он там оказался? Увидел, понравилось, родители отговаривают, он туда идет. И все это так вот идет. И кажется, она мне полюбилась. И кажется, все хорошо, и какая разница, что мне родители говорят, что устои моего народа говорят. Иудеи, в общем-то, ну, к филистимлянам это постоянно враждующие нации, и брать оттуда жену себе, это было бы негоже. Но он этим пренебрег. И кажется, все складывается хорошо. Свадьба идет, 30 друзей, все кажется хорошо. А чем оно закончилось? Невесту отдали другому. Мы обычно жалеем Самсона, но мне кажется, здесь повод есть и невесту пожалеть. Сестры, как бы вы себя чувствовали? Свадьба прошла, жениха другого, а потом через неделю что случилось? Сожгли. И папу сожгли, и невесту сожгли. Может быть, и того жениха сожгли, не знаю, как все кончилось. То есть вот так у Самсона эта история закончилась. Ну, я пропускаю дальше. У Далиды тоже. Ну, что ему удалось? Поспать на коленях у Далиды. А потом что? А потом выкололи глаза. Выколоть глаза – это очень мучительное дело. Как-то я с одним братом познакомился, он потерял глаз. Он несколько лет мучился, пока это все пришло в порядок. Веки двигаются, глаз раненый, нервы там очень обостренные. Это не просто слепота, это адские муки, которые Самсон испытывал и не один день. Вот как ему стоило его нецеломудрие. Ну и главное, на что я хотел внимание обратить, в конце жизни, как бы итог, да, в последнем журнале автор оправдывает Самсона. Послание к евреям, он оправдан. Да, этот поступок веры, я тоже, когда прочитал, мне как-то приятно стало. Но все-таки сам факт, что нецеломудрие, оно привело к посмеянию, его никуда не денешь. Когда в последний день Самсона позвали перед веселящимися филистимлянами, для чего его позвали? Пусть он повеселит нас.
То есть, вот, дорогая молодежь, братья, сестры, если мы пойдем путем нецеломудрия, рано или поздно мы станем предметом посмешища. Ну, мы станем посмешищем. От этого никто не уйдет. Может быть, даже перед внуками можно стать предметом посмешища. Не всегда это сразу приходит. Но нецеломудрие, оно всегда делает человека, вот, выставляет его в таком свете. А взять Иосифа, не буду эту историю подробно говорить, она нам знакома. В конце, ну не в конце жизни, а когда в 30 лет Иосифа тоже позвали перед фараона, тоже так же в общество высокое, точно как Самсона. Только зачем Иосифа позвали? Этого целомудренного юношу, который за свое целомудрие оказался в тюрьме на какое-то время. А теперь куда его целомудрие привело? Для чего его позвали? Сперва фараон говорит: я слышал, что ты можешь толковать сны. Иосиф стрелки переводит на Бога. А потом фараон говорит: где мы найдем такого человека, в котором был бы дух живого Бога? Вот какой разный итог. 25 лет, 30 лет человек прожил. И какой разный итог, и какая разная оценка. И от чего это зависит? Это же не просто зависит, что Бог Иосифу такую судьбу определил, Самсону такую судьбу определил. Нет. Это просто исполнились заповеди Божьи. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ходи, будь непорочная» – тема нашего общения, «и жизнь твоя будет такая». Да, Бог не повторяется. В точности история Самсона, история Иосифа, она больше не повторится в точности. Но смысл сам – сам дух этих, ну, этих историй, он всегда будет повторяться. И итог их тоже будет повторяться. Но я думаю, не стоит руку поднимать. Мы все скажем: я хочу, чтобы моя жизнь все-таки была как у Иосифа. Да? Чтобы меня звали или на меня смотрели не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы, наоборот, почтить, послушать, что тебе будет сказано от Бога. И фараон это воспринял, ну и дальше жизнь Иосифа потекла. То есть разница, как мы проживаем свою юность. Хотя в самой юности может казаться, ну какая разница. Как-то с одной сестрой разговаривал, она уже постарше была. Ну, я задаю вопрос: как раньше на тебя смотрели? Она говорит: раньше надо мной улыбались, раньше посмеивались, когда я скромно вела себя, когда любила Господа, когда хранила свое целомудрие, надо мной посмеивались. Я думаю, сегодня тоже, если хранить свое целомудрие, любить Господа, можно даже и в нашей среде оказаться предметом где-то надсмешек. Можно. К нашему большому сожалению, может это и сегодня случиться. Ну, а когда прошли годы, тогда смеется кто? Тот, кто последний смеется, да, так оно случается. То есть те, кто смеялся раньше, у них смех закончился. А кто хранил свое целомудрие, тот может и потом посмеяться. Для того, чтобы нам хранить наше целомудрие, Бог устроил так человека, Бог как бы вокруг нашего целомудрия поставил несколько кругов обороны или защиты. В технологии металлов есть такие понятия, как слоеные трубы, слоеная броня. То есть та же толщина металла, но если несколько слоев, она выдерживает большую нагрузку. И Бог тоже так вот, для того, чтобы нам хранить себя, ну, я отметил 4. Я не претендую, что это так, ни больше, ни меньше, но я отметил 4, и о них как раз хотел немножко поговорить. 4 слоя, которые наше целомудрие защищают, которые помогают нам его хранить. Это 4 таких стороны. Ну, и на практике, и в Библии, и вообще так на практике, я не встречался и не находил такого, чтобы стрела искушения в один момент пробила бы сразу все 4 слоя. Я такого не встречал. Когда человек падает, приходится нам, служителям, вникать. Я с таким не встречался, чтобы пришло одно искушение, и в один раз наповал поразило бы кого-то из детей Божьих. Так на практике не бывает. Так же и Самсон. Не наповал он лишился глаз, не наповал он стал посмешищем,
Сперва один, второй, третий шаг, и вот так. И также и благословение. Не просто так к Иосифу пришло благословение. То есть это тоже путь, это тоже шаги какие-то. Но я так хотел бы выделить внешнюю сторону этой обороны притчи 23:33. Ну, к внешним сторонам я бы отметил такое, как одежда. У меня нет цели на одежде подробно останавливаться, об этом мы много говорим и думаю, что мы хорошо знаем. Но Бог предусмотрел одежду как защиту нашего целомудрия. Когда Адам с Евой согрешили, Бог им вынес свои определения, а потом следующее обетование дал, а следующее, что Бог сделал? Стал им наставлять, как им вести себя, или что Он в первую очередь сделал? Он сшил им одежды. Без одежды целомудрие просто немыслимо. И Бог это знал, что говорить о целомудрии – это просто немыслимо, если нет одежды. И поэтому Бог так предусмотрел, чтобы у человека была одежда. И нашей одежды мы тоже говорим о чем-то, что мы ищем. Может быть, мы иногда не соглашаемся с родителями, со служителями, может быть, но мы об этом говорим. Наша одежда, она часто об этом говорит, часто. Хотя иногда, может быть, бездумно кому-то подражаем. Например, бывают такие объявления. Куплю дом, а потом в скобках заметка. Район, допустим, такой-то не предлагать. Я думаю, братья и сестры, мы нашей одежды тоже так говорим. Если мы одеваемся целомудренно, мы этим как бы говорим, несерьезных предложений мне не делать. Не надо мне это. А может быть, наоборот. Наша одежда может, наоборот, говорить, с серьезными намерениями ко мне не подходить. То есть мне хотелось, чтобы как-то мы задумывались, когда мы планируем свою одежду или приобретаем, или в общем-то, чтобы нам думать и понимать, что наша одежда, она что-то говорит. Она что-то говорит. Да, в каких-то случаях только на одежду полагаться и делать вывод о человеке нельзя. Пророк Ахия, к нему пришла жена Иеровоама, и Бог его предупреждает и говорит, она придет переодетая. Да, бывает и так, человек переоденется. Поэтому я не к тому, что на одежде нам теперь сразу какой-то вывод далеко идущий делать, но от этого мы никуда не уйдем. Поэтому будем носить такую одежду, которая бы наше целомудрие хранила. Наше целомудрие хранило. Мир сегодня, он движется в другом направлении. Не хочу я много на этом останавливаться. Следующее здесь же еще, это во внешнем круге. Может быть, 30 лет назад об этом бы не стоило и говорить. Ну, может быть, на членском несколько тоже излишне. Но все равно эта проблема, она сегодня есть. Это трезвость. Сегодня реклама и пиво сделали таким невинным напитком. Но человек, когда потребляет эти напитки, он открывает дверь для нецеломудрия. Соломон говорит, не смотри на вино, а потом перечисляет, и сердце твое что? Заговорит развратное. Ты будешь смотреть на чужих жен. И нам приходится с этим сталкиваться. Да это ясно и так, и понятно, что нетрезвый человек, он быстрее намного склонен вот к этим грехам нецеломудрия. Может быть, я говорю, может быть, для нас, членов церкви, не надо бы об этом говорить, но чтобы мы могли наших младших братьев, сестер предупредить. Сегодня такое легкомысленное отношение к этому, к нетрезвости. А сколько беды, сколько горя оно приносит. Сколько горя и сколько беды. Потом человек просыпается и говорит, завтра будет тоже, да еще больше. А оно не будет. Когда-то будет... Ну, когда-то будет беда. Ну, и третье здесь еще во внешнем. Это куда мы ходим. То есть мы можем сами слишком близко подходить к искушениям. Когда, например, авария случается, если сзади кто-то догоняет, то все водители знают, что, в общем-то, разбираться вряд ли кто будет. Кто сзади догнал другую машину, виноват кто? Кто сзади, да? Соблюдает дистанцию. Обычно так работники, ну, дорожной службы так и говорят. Соблюдает дистанцию. И поэтому, чтобы нам наше целомудрие хранить, надо тоже соблюдать дистанцию. Не ходить там. Псалом 1, 1 стих. Это известный псалом. Кто не ходит туда, где меня будут соблазнять ко греху. Там, где грех близко. Это понятно. Земля так устроена, что где-то грех далеко. Мы сюда приехали, грех далеко сегодня.
Хотя можно иметь испорченное сердце, да, но в общем-то так. Завтра или послезавтра мы можем оказаться там, где грех близко. Нам нужно беречь себя даже ногами. Иосиф как сделал, когда грех к нему подошел сильно близко? Иосиф побежал. Вообще человек передвигаться быстрее, чем бегать, ну, без других технических средств, человек просто не может. Ходить так быстро человек не может. Если мы хотим быстрее, у нас выбора другого нет. Летать мы не умеем, нам остается только бежать. И Библия нам говорит, юношеских похотей что делай? Убегай. То есть самая большая скорость. Вот чтобы нам с внешней стороны себя хранить, чтобы эти стрелы искушений, они не могли до нас долететь дальше. Второе, уже немножко, может быть, более внутреннее, что нам нужно хранить в отношении нашего целомудрия, это наше воображение. Человек – существо высшее, и Бог ему дал такую способность воображения. Ну и дьявол этим тоже пользуется. Когда Ева подошла, ну или оказалась возле дерева познания добра и зла, дьявол очень умело разогрел ее воображение. Это дерево дает знания. Мы будем как боги. И у нее пошли мысли. У нее пошел, можно сказать, микрофильм такой. Что будет, если я это дерево вкушу? Я думаю, мы все понимаем, как легко и у нас вот такие фильмы возникают. Что будет, если я это сделаю? Дьявол мастер на это. Но а воображение-то Бог нам дал не для этого, не для того, чтобы грех нам как-то, ну, размножался в нашем сердце. Воображение Бог дал человеку для другого. Пример Моисей. Написано, Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. То есть воображение Моисея, оно перед ним рисовало небо. А воображение Авраама написано, Авраам ожидал города, которого строитель и художник Бог. Вот воображение святых мужей, оно было правильным. Они могли представлять себе небо, они могли видеть будущее. Почему апостол Павел говорит, эти легкие временные страдания, они ничего не стоят по сравнению с той вечной славой, которая нас ожидает. У Павла тоже было здоровое воображение. А дьявол очень хочет поразить наше воображение, чтобы мы себе представляли. Ну, а чем воображение подпитывается? Ну, я думаю, здесь, может быть, не стоит много перечислять. Это видео, книжки. Но кто-то скажет, я плохих книжек не читаю, плохое видео не смотрю. И этим человек себя иногда в молодости оправдывает. Я только невинные такие вот истории смотрю, и это ничего, это даже и не грех, кажется. Я думаю, здесь опасность даже в другом. Может быть, оно действительно так, хотя очень трудно поверить, что так, но может быть. Грех, вернее, ну, наше воображение, ну, или испорченность нашего воображения, здесь еще другой механизм работает. Вот эти невинные книжки, может быть, или еще что-то, взгляды, ну, у братьев это немножко другое направление, у сестер несколько другое. Сестер, может быть, больше искушают книжки, братьев картинки. И когда мы свое воображение подпитываем, мы вытесняем правильные понятия. Начиталась книжечек сестра, а потом в реальной жизни брат подходит, делает предложение, а он не такой, как в этих книжках. И у нее проблемы. И мы, нам, служителям, приходится с этим сталкиваться. И у нее проблема. Ей теперь надо вочеловечиться, как кто-то выразился. А она не может, она в этих книжках живет. Она в этих. Или брат живет в каких-то картинках, в каких-то представлениях, а реальная сестра, на которой надо выбор сделать, она никак в это не вписывается. И тупик немножко. И вот такое вот разочарование. Хорошо, если это еще легко поправляется, если человек не слишком далеко зашел. Но воображение наше нам надо беречь. Не фантазировать, не увлекаться этим, а хранить. Тогда наше целомудрие будет верным. Человек, который хранит свое целомудрие, когда настанет момент, ну, вопрос брака решать, Бог легко поможет и легко его решит. И легко решит. Не хочу примеры приводить, как плохие, так и хорошие, но это оно так есть. Когда воображение наше мы сохранили, и когда нужно конкретно решать, нам становится просто, ясно и понятно. Потому что воображение наше верное.
оно у нас правильное. Оно правильное. Следующее, что нам нужно беречь, это наши чувства. Бог человека так устроил, что вложил чувства мужчины к женщине, женщине к мужчине. Бог эти чувства вложил. И когда человек приходит в возраст, эти чувства, они дают о себе знать. Сегодня весь мир, в общем-то, да и не только сегодня, это было и раньше, так настроен, что раз чувства появились, значит, надо дать им возможность распуститься. Нужно им дать волю. И потом человек еще и ищет того, что эти чувства подогревает. Эти чувства подогревает. А преждевременное распускание чувств, бывали такие года у нас, когда в декабре было очень тепло и начинали распускаться почки деревьев. Молодежь, к чему это приводит? Это беда для дерева, если в декабре распускаются почки. Почки должны распускаться в апреле, в мае. Вот точно так же для наших чувств Бог определил время. Бог определил время, когда они должны распускаться. Ну, а мир предлагает другое нам. Ну, пусть поиграйся сегодня. Пусть они распустятся. Пусть у тебя нет серьезных намерений. Но ты эти чувства поиспытываешь. Они немножко тебя, ну, повозбуждают, пощекотят, если можно так сказать. И человек играет с этими чувствами. А когда человек с чувствами вот с этими играет, они растрачиваются. Они потом оставляют боль о себе. Мне хотелось это и к братьям как-то сказать. Нельзя легкомысленно обходиться с чувствами сестер, братья. Когда брат пишет смс-ку «Спокойной ночи» и пятерым сестрам отправляет. Братья, Бог за это взыщет. Написано, вы заставляете обливать жертвенник Господень слезами, пишет Малахия. Бог за такие вещи взыщет. Ну а сестрам я дал бы совет, никогда свои чувства не раскрывать на пустые предложения. Это уже ваша ответственность. Не раскрывайте на пустые предложения свои чувства. Потому что потом придется плакать, а потом иногда и не восстановишь. Ну, медики, или это уже не совсем медицина, кто занимается вот этими проблемами, они говорят, женщина раскрывается по-настоящему всего один раз. То есть, сестры, берегите свои чувства, чтобы они раскрылись один раз. И если даже не здесь, если даже здесь не суждено создать семью, чтобы они могли раскрыться на небе, чтобы можно было сказать, Господи, для Тебя я все сохранил. Но это также и к братьям относится. Или если Бог усмотрит семью, чтобы спокойно, глядя мужу в глаза, могли бы сказать, это сберегла я для тебя. А мир, он хочет это растоптать. И сегодня вся жизнь так и устроена. Об этих чувствах столько говорят, столько фильмов, об этом только и одни разговоры. Только одни разговоры. Для чего? Для того, чтобы нас сбить с вами в пути. Ну, тут и вопрос дружбы тоже кажется. Ну, почему нельзя дружить? Я думаю, здесь та же самая причина. Чувства наши преждевременно растрачиваются, а потом боль, а потом беда, а потом переживания, а потом нам тяжело, а потом, когда эти чувства нужны, они уже ослаблены, мы их уже растратили, и нам тяжело, и нам трудно, и нам нехорошо. Поэтому, чтобы нам себя от этого хранить, ну, еще, может быть, такие моменты, как прикосновение, свидание и прочее. Дорогая молодежь, храните себя от этого, потому что ну, не сможете удержать свое целомудрие, если в жизни вот это у вас будет. Не сможете. И потом будут одни сожаления, ну, в лучшем случае будут просто сожаления о том, зачем я так сделал, зачем я потратила. А потом будет примерно так. Пригласительное висит. Дело идет к браку, а она пишет смс-ку другому, «Я люблю тебя, а воля Божия, чтобы мне с этим вступать в брак, что мне делать?» Сестры, не надо таких вещей ну, самим на свою голову как-то собирать. Храните себя, и братья тоже, храните себя. Не делайте несерьезных предложений, не делайте несерьезных предложений. А сестры, не принимайте несерьезных предложений. И этим самым вы оградите свое целомудрие и сохраните себя. И сохраните Божье благословение. Ну и последнее, может быть, еще
это честь. То есть это уже последнее, можно сказать, круг, что нам нужно беречь в вопросе целомудрия. Сегодня тоже, ну, так рекламируется. Мне как-то один брат так и сказал, в мире на это смотрят проще. Я думаю, вы все это мне можете подтвердить, что в мире на это смотрят проще. Но Бог сотворил человека, и в 21 веке Он не заложил эту программу, что вопросы нецеломудрия в 21 веке, они будут выглядеть проще. Это просто полный самообман. Почему сегодня столько самоубийств, столько разводов, столько горя, столько проблем? Это как раз потому, что человек пробует и хочет доказать, что в 20-м, 21 веке вопрос целомудрия, не надо на него смотреть так строго. А в итоге глубокая неудовлетворенность, глубокие переживания, и человек даже просто не выдерживается. Я чуть-чуть, может быть, хочу немножко показать на серьезность этого вопроса, что это даже не просто вопрос чувств или даже чести касается. За Давида, так оно иногда не хочется говорить о Давиде. Это прекрасный муж Божий, который мужем по сердцу Божию. Но вот какие-то моменты есть, которые записаны в Библии, и поэтому мы можем о них говорить. Давид тоже попал вот в такое затруднение. И как из него теперь выйти? Он свой вариант предлагает. Он убивает Урию. Он убивает Урию. Написано, Богу, Бог посчитал, ну, не Бог, Бог определил, что это зло, то, что сделал Давид. Мы иногда так как-то мыслим, ну, согрешим, пройдет время, нас в церкви восстановят, и все будет хорошо. Не так оно все просто. Если бы Урия не умер, как бы дальше развивались события? Я себе позволю чуть-чуть пофантазировать. Если бы Урия не умер, если бы Бог так не вмешался из милости к Давиду, ну, у Бога на это свои мысли, свои планы. Почему так легко? Урия умер. Он мог бы и не умереть. У Иава могло бы ничего не получиться. Как бы развивались события? Это был бы тупик полнейший. Да? Пришел бы Урия домой, узнал бы все, что произошло. Взял бы копье и пришел бы к Давиду во дворец. И чем бы все кончилось? Даже страшно подумать. Бог просто помиловал Давида. Я этим что хочу сказать? Что нецеломудрие, когда оно уже достигает крайних пределов, оно всегда, кто-то должен умереть. Ребенок умер от этого нецеломудрия, Урия умер, и Давид остался живым только потому, что кто-то другой умер. Только поэтому. То есть, чтобы нам никогда легкомысленно не говорить, простят или простит. Этот грех, да, Бог его прощает. Это так, Бог прощает. Но не надо обходиться с этим легкомысленно. Но исправить последствия очень и очень непросто. А бывает, они и не исправляются. Я просто не хочу примеры приводить, у нас не семейное сегодня. Но чтобы нам с молодости понимать, не завязывать таких узлов, потому что не исправишь. Мы иногда путаем прощение и исправление греха. Прощение, да. Прощение Бог даст милость, если раскаешься. Не всегда даже оно так бывает. А вот исправить, Давиду на исправление было, какие средства Бог ему отпустил на исправление? 4 детей пришлось похоронить. Меч не отступит от дома твоего вовек. Сегодня мы слышали уже бегство от Авессалома. Это тоже результат этого греха. И думаешь, неужели мы хотим вот такого, да? Чтобы нам не относиться легкомысленно к этому, как сегодня относится мир. Поэтому хотелось так еще и в заключение как-то призвать. Может быть, в чем-то нам где-то покаяться надо. Может быть, даже не вслух. Может быть, у кого-то попросить прощения. Может быть, где-то просто остановить какие-то легкомысленные отношения. Может быть, перестать отвечать на смс-ки. Или, как мне интересно было, одна сестра получила смс-ку от брата такого несерьезного содержания и отправляет ему ответную. И пишет, следующую смс-ку буду читать с мамой. Так что, мальчики, если получите такое, оно сработает. А сестрам на заметку, да, можно иногда так ответить.
То есть где-то, может быть, в этом раскаяться, остановиться. Может быть, где-то мы ходим не туда, может быть, смотрим не то, что нужно. Может быть, воображение наше наполнено не тем, или чувства наши где-то мы разогреваем там, где не нужно. Чтобы нам этих страданий избежать, чем раньше мы остановимся, чем меньше мы зайдем вот в этой области, ну, нарушим, чем больше благословений будет в нашей жизни. И тем вот эта стрела искушения, тем меньше шансов, что она нас поразит. Иосиф не был поражен, потому что он себя сохранил. И когда стрела, действительно ядовитая стрела с силой была в него пущена, Иосиф так легко и так просто мог устоять. А Самсон гораздо перед меньшим искушением. Он пал и лишился глаз, а потом и самой жизни. Пусть Господь нас благословит. Будем молиться Ему, чтобы нам в этой области учиться у Иова. Хранить себя, быть чистыми и быть верными. Несмотря на то, что сегодня мир смотрит на это по-другому. Для нас есть Слово Божие, есть примеры святых людей. Помолимся еще Богу. Аминь.